Пока огромное количество людей бегает по презентациям разных смартфонов, ноутбуков, я нахожусь здесь и смотрю на штуку, которая меня больше всего заинтересовала на выставке IFA 2018. Вы будете удивлены, это внешний SSD-диск. Сейчас покажу, о чем я говорю. Смотрите, у меня в руках старенький, ну, относительно старенький SSD Samsung T3. Это была моя самая удачная покупка в конце 2017 года, потому что это все про продуктивность. Это ультракомпактное решение, я работаю с ним на MacBook, на всех выставках. И здесь у него огромное количество файлов. Здесь 500 терабайт, это очень быстрый диск. Мы подключаем его напрямую к Mac и можем даже с него монтировать видосы. Казалось бы, что еще нужно? К тому же стоил он немалых денег, я покупал его за 5 чем-то тысяч гривен. Это плюс-минус 180-200 баксов. У меня за спиной находится самый быстрый в мире SSD-диск, X5, так называемый, T5 модель на терабайт. И Samsung утверждает, что он может перебрасывать файлы с компьютера на себя и с себя на компьютер за одну секунду гигабайт. То есть вы берете файл размером гигабайт, и меньше чем за секунду он должен перекидываться на комп. А давайте-ка мы это проверим и после еще узнаем, сколько это дело стоит, потому что мне это очень-очень интересно на самом деле. Погнали! Значит, смотрите, вот здесь показаны его характеристики. Работает на Thunderbolt 3-го поколения. Вот его скорость. Вот его приблизительные показатели, типа на 25 раз быстрее, чем любые другие жесткие диски. Здесь стоит следующий сетап. Значит, смотрите, у нас тут такой сетап. Слева новый SSD-шник Samsung, справа обычный внешний жесткий диск. Сейчас я скопирую файлы на внешний жесткий диск, посмотрим, с какой скоростью это происходит. А потом это же дело скопируем на этот SSD-шник и проверим, какая вообще разница. Значит, вот у нас видеофайл размером, проверяем, сколько... 1,1 гигабайта. Давайте его Ctrl-C, Ctrl-V на обычный жесткий диск. Смотрим по времени, сколько занимает. Так, пошло. Ну вот, все еще копирует. 5 секунд, 6 секунд, 7. Там, ну, короче, он долго копировал. Сами все это видели, да? Сейчас возьмем, что у нас слева, удалим, да, эти файлы. Возьмем этот же файл размером 1 гигабайт и скопируем его на этот SSD-шник. А, все, он там. Чуть меньше секунды. Ребят, цена за терабайт 700 баксов. Ну, как бы, знаете, когда у меня в детстве был медленный компьютер, я папе говорил: пап, у меня медленный компьютер, долго загружаются игры. Знаете, что мне говорили? Говорит, подождешь. Я держу это в руках, как бы, и понимаю, что тоже подожду. Модель на 2 терабайта стоит в 2 раза дороже, но за такую скорость, как бы, понятно, цена оправдана. 2 терабайта SSD-шник, гигабайт за секунду. Это какое-то просто безумие. Но я останусь на своем стареньком SSD-шнике. Кстати, рекомендую, покупайте, очень хорошая штука. Ссылка будет в описании к видео. С вами был Иван Лучков. Подписывайтесь на канал, следите за нами в Телеграме, и все у вас всех будет хорошо. И даже заработаем мы все с вами вместе на вот такую прекрасную штуку. Пока!